и прыжок в длину, по крайней мере, то, чем я занималась профессионально, это полет. Это вот чувство, вот где можно еще ощутить чувство времени, оно как будто растворяется. Ты не чувствуешь время. То есть ты за секунду, вот когда ты прыгаешь, особенно когда это удаются очень хорошие прыжки, как правило, только хорошие прыжки, секунда, она длится больше. Она не длится вот, ну, то есть такое впечатление, что ты за секунду можешь успеть все. Такая самостоятельная была, что я сказала, я там что-то мне не понравилось, и фыркнула, и сказала: бабушка, я пошла домой. Развернулась, причем домой мы жили где-то 4 остановки на автобусе, надо было ехать, потом еще 10 минут идти. И, в общем-то, вот я ушла домой самостоятельным ребенком, пришла, сама себе сделала там какие-то бутерброды и ждала маму дома. Но это совсем возрастом до 7 лет, наверное, до школы. Наверное, фамилия обязывала. Фамилия Говорова говорит сама за себя. Это первое. Во-вторых, у меня сестра филолог, преподаватель русского языка и литературы. То есть она следила за тем, как я говорю, и исправляла меня по ходу. И плюс мой тренер, которая, она постоянно следила за тем, как мы общались, как мы развивались, куда мы ходили, что мы читали. То есть, и как она любит говорить, что мы одно из последних поколений спортсменов, которые брали с собой книги. We'll be right back.